Что же такое IT-платформа Grono? Мы сейчас с вами рассмотрим эту систему, которая является техническим решением для привлечения клиентов, для работы с ними, для коммуникации, а также для обучения. Данная платформа содержит более 20 сервисов в одном месте. Но вы сейчас видите 14 сервисов, на самом деле их намного больше, и еще будут добавляться новые инструменты. Сейчас в данный момент на платформе находится конструктор лендингов, CRM-система, чат-бот, скрипты продаж, генеалогическая бизнес-структура, автоворонки, сервис рассылки писем, корпоративная соцсеть, органайзер задач, дневник успеха, вебинарная комната, платформа для онлайн-обучения, центр сообщений, командные игры, марафоны. И это еще не все. Данная платформа даст возможность сделать быстрый старт в вашем бизнесе, также достигать необходимых быстрых результатов. Вместе с платформой Grono это возможно. На этой платформе вы сможете превращать потенциальных клиентов через автоворонки, быстро делиться новостями с бизнес-командой, потому что здесь есть корпоративная сеть. Вы можете устраивать командные и индивидуальные игры, бросая друг другу вызов. Также можно проводить и разнообразные марафоны. Также платформа интегрируется с другими сторонними сервисами, и вы можете лично из своего личного кабинета этим управлять. Вы можете отслеживать эмоциональное состояние членов команды, оценивать аналитику, использовать готовые скрипты звонков и достигать масштабных целей через систему задач и отчетов. И это еще не все, что возможно делать на платформе Grono. Сейчас я предлагаю пройти краткий обзор по этой платформе и показать изнутри, что она из себя представляет. Платформу Grono можно назвать целой экосистемой, потому что вы здесь можете коммуницировать как с клиентами, как с партнерами, как со своей командой, точно так же и с людьми, которые, в принципе, интересуются какой-то определенной тематикой. К примеру, вкладка «Стена». Здесь вы можете вести свой блог. Вот на моем примере. Что интересно, что ваши посты могут содержать фотографии, картинки, видео. Здесь могут быть кнопки кликабельные. Здесь можно оставлять форму захвата данных. И точно так же на каждый пост выставлять область видимости. То есть ваш пост могут видеть, например, какие-то определенные группы, которые вы создали на платформе Grono. Или это могут видеть ваши клиенты, или только партнеры. Или вы проводите марафон, и для этого вы делаете эти посты. Или вы можете вести блог и делать одну ссылку на ваш сайт. Или ваш блог выступает в роли вашего сайта, в котором вы даете всю необходимую информацию. Во вкладке «Комьюнити» вы можете отслеживать тех людей, которых вы зарегистрировали в этой системе. Для этих же людей также вы можете создавать и группы. Вы можете участвовать в группах, которые есть на платформе Grono, для того, чтобы повышать свою квалификацию, а также можете создавать и свои группы. Все зависит от того, какие цели у вас есть на онлайн-пространстве. Точно так же во вкладке «Обучение» у вас есть доступ к многочисленным курсам. В каждой теме курса там еще есть целая библиотека тренингов, и причем от топ-лидеров, тренингов от сторонних коуч-тренеров на разнообразные темы. Темы, связанные с лидерством, с продажами, с продвижениями, с соцсетями, с маркетингом, с путешествиями, с личностным ростом. То есть целый блок, целая библиотека курсов, которая постоянно пополняется, вы к этому автоматически имеете доступ. Точно так же вы можете создать и свои личные курсы, и разбить их на блоги. Вы можете выполнять домашние задания и проверять домашние задания, которые вы, например, устроили на марафоне. Во вкладке «Бизнес» находится конструктор лендингов. То есть вы здесь можете создавать шаблоны писем, лендинги, одностраничные сайты, бизнес-визитки и страницы «Спасибо», и составлять воронки, например, для e-mail рассылки. В разделе «Цели» вы можете со своей командой или самостоятельно составлять планы, цели. Также вы можете проверять и выполнять отчеты. При этом вы можете показывать свое настроение на данный момент. Также на этой платформе вы можете получать уведомления, естественно, оформление своего профиля. У вас будет целая реферальная система, с помощью которой вы будете делать свои личные ссылки на сайты, на визитки, на лендинги, на воронки, на блог и так далее. То есть вам не нужно будет отдельно покупать доменное имя
и отдельно что-то придумывать. Вы можете составлять воронки и отслеживать путь вашего клиента, который заинтересовался какой-то, который попал, например, в какую-то вашу определенную автоворонку. Платформу Grono можно интегрировать с Яндекс.Метрикой, Google Analytics, Facebook и также e-mail почтой для того, чтобы пользоваться инструментом e-mail рассылки. Также на платформе вы можете проводить вебинары, автовебинары, и причем вебинарная комната, она впускает в себя сейчас в районе 50 тысяч человек. К примеру, если вы проводите вебинары, вы можете делать автовебинары и оставлять кнопочку контакта для обратной связи. Вы можете общаться с автором вебинара, а также оставлять информацию, дополнительный материал для того, чтобы усвоить эту тему. В общих чертах вы посмотрели обзор платформы Grono, и, конечно же, скорее всего, возникнет вопрос, а как же работать новичку с воронкой? Ну, дело в том, что так как у нас есть обучающие курсы, то и об этом тоже вы найдете информацию на платформе. Конечно же, у вас сейчас возникает очень много вопросов, а как, почему, зачем и где. И поэтому для того, чтобы больше узнать о возможностях IT-платформы Grono, мы приглашаем вас зарегистрироваться на вебинар. Для этого оставьте в форме ниже свои контактные данные, и вам на почту придет письмо, в котором будет приглашение на вебинар, где вы узнаете полную информацию об инструментарии Grono совершенно бесплатно. Рекомендую сделать это сейчас. Оставляйте свои контактные данные и получайте уникальную экосистему, которой нету аналогов в мире.